Последний домашний матч «Спартака» ФНЛ. Ну, последний домашний матч «Спартака 2» ФНЛ. Это важно. Матч Олимпиадинства ФНЛ сезона 2021-2022. «Спартак 2» КАМАЗ. Павел Чепуря, Алексей Зорин, работаем здесь, в Сокольниках. Всем большой привет! Две команды, которые в первом туре выдали, ну, голевейший матч. Матч у нас стартовал, поехали. Подача в штрафную выходит. Ой-ой-ой-ой! Забрал все-таки Шитов. Передача не прошла в штрафную. Жмет КамАЗ, жмет. Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! Один в один против Садыкова. Забегает Шитов, и за счет него Шильцов делает движение, оббегает всех! Блестяще! Шильцов! Ну просто гроссмейстер! Как он за счет партнера сейчас сыграл? Ну вот какой футбол получается, да? КамАЗ давил-давил, создавал моменты, а забил в итоге Спартак. Давай-давай, парни, дохуя времени еще! Прибавляем белый, блядь! Вот Кашаев снова против Денисова. Ну, втроем мяч у него отобрали. И Влад Шитов помчался вперед. Приближается к штрафной площади. Обыгрывает. И удар, и гол! 3-0. Я думаю, можно уже подводить небольшую черту. Обыгрывает КамАЗ. И в отличие от волгоградского ротора, не отправляет эту команду в ФНЛ, а лишь усложняет ей шанс на то, чтобы остаться. Победы красно-белые и удачи КамАЗ в борьбе за выживание. Пока. Ну что, все. Кажется, это был мой последний матч ФНЛ. Мне понравилось комментировать первый сезон ФНЛ. 3 раза на «Спартаке 2» поработал вот здесь. Грустно, что все это заканчивается. Ваш ФНЛ уходит с Яндекс.Спорт. Большое спасибо вам, кстати. Никита? Да. Раз, Паш, я матч комментировал сейчас. Слушай, готовился к матчу, блин, твою историю прочитал. Про метрополитен, это вся работа. Да, офигеть, да. Круто. Ты, блин, большой молодец. А я знаю, ты же в «Эгрисе», да? Да, оборотка да. Играет. Да, я смотрю это, ну отойди. Реально? Выпуск. Я посмотрю, конечно, там делать ничего. Я тебя тоже на лицо узнал, когда ты ходил вот так вот. Ага. Офигеть. А что тебя заменили? Ну вот, наверное, обрезал мяч и, наверное, решили поменять. И все, да? Ну, думаю, да. А что в Швеции так быстро год? Из-за семьи. Семья, то, что жена беременна, его не было. С 5 месяцев не виделись. И тяжело одному находиться где-либо без семьи вообще невозможно. Офигеть. Да. Так что из-за этого вернулся. А так бы не вернулся, бы остался. Мара, как? Все? Давай. Все. Давай, удачи. Пока. Артем, здравствуйте. Я матч комментировал. С победой вас. Спасибо. У меня есть фотка с Артемом Ребровым. Перед чемпионским сезоном была встреча фанатов, болельщиков «Спартака» и команды на открытии арены. Вот я с ним тогда сфотографировался. И сейчас тоже увиделся. Кайф. Беспокоит меня нога, если честно. Перед тренировками редко колю, вот перед играми колю, диклофенак. Ну так я делаю, что витамины противоспалительные. Ну, это тоже на печень бьет, не очень. Не желудок побаливает уже. Не очень приятное занятие, конечно. Я уже ставил
года три назад как-то. И тут пришлось вспомнить в Ютубе, посмотреть еще раз. Долго приходится с мыслями собираться. Сам себе тоже ведь тяжело колоть. Сам по самому все просто укол больной. Ну, я думаю, будет болеть. Просто пока такая боль, как будто бы не проходит нормально. Обычно через боль. Ну, приходится. Потому что эти связки недолго выживают. Ну, что-то в этот раз не очень приятно. Хочется все-таки пользу команде приносить, а не так присутствовать просто на поле. Ну что? Кстати, насчет динамовского. Много связано с Динамо. Всегда будут теплые воспоминания. Я очень благодарен и клубу, и всем тем, кто там работает, с кем я играл. Поэтому я очень люблю этот клуб. Так вот на грудь мы всегда, когда забивали, всегда на грудь показывали. Мы жили на базе на Динамовской, у нас директор академии Кузнецов. Он что-то красное у нас видел. Один раз у парня трусы красные увидел. Взял их, выкинул на кондиционер. Сказал, что больше не видел. И сейчас я ничего красного практически нет. Так все синее, сине-белое. Здравствуйте. Мышцы побаливают. Нормальное явление. Но когда сам себе ставишь, бывает поташнивает, голова кружится. Так, ничего страшного. Рабочий момент. Как все-таки вот эта погода дурацкая меняет город? Чисто депрессия. Вот, просто кобзда. Все цвета неба. Как чувствуешь себя, коллега? Поставил укол нормально. А? Че? Укол поставил нормально. М? Ну, ясно. Полегче. Полегче. Да, береги себя. Насколько это возможно. Ребята, двое стоят, парень и девушка, они издалека приехали, хотели с тобой сфотографироваться. Ну, если подойдут. Пожалуйста. Итак, мы играем на Кубок Москвы. Второй по значимости городской турнир в ЛФЛ. В общем, мы играем с командой, которая пока всем проиграла. Это означает, что она всем проиграет дальше. У нас с ней был матч довольно упорный первый тайм. Вот у них последний шанс спиться за борьбу за выход. Это как бы их поле. Молодые люди, меня вас предупредили, вы сфотографироваться хотите? Ну, давайте, откуда приехали? Из Республики Коми. Из Республики Коми. Мать честная. Да, да. За что сидел? А, не сидел. Не сидел? В Коми просто так живешь в Коми? Работаю, живу. Ну, давай. Родился. Давай, да? Да, сфотографируем? Нет. Смотрю, очень много вас. Хорошо, отлично. А Игорь практически с самого начала проекта. Ну, здорово. Блин. А, вот так вот. Нам еще все. Ну, да. Конечно, можно. Я тут тоже так приложусь к вам. Окей. Спасибо огромное. Удачи всем. В принципе, довольно свежи в памяти первая игра, да, то, над чем, что у нас было преимущество. Что я сейчас разговариваюсь, вы меня услышите. Что было преимуществом, да, чтобы мы постоянно за спину открывались, они теряли из вас из виду, постоянно смена позиций, и у нас появляются моменты, поэтому все это то же самое оставляем. Включаем прессинг, у нас есть два сзади защитника, один опорник, который в подборы успевает, и крайний, достаточно мобильный, который опускается в зону подбора. Повеселее, пободрее, парни, давайте без всяких настроений, что там
легко будет и так далее, они будут, у них последний шанс сейчас за что-то зацепиться в группе. И поэтому, если мы сейчас лишим их этого шанса, они точно не отберут очки у наших конкурентов. Поэтому все равно, просто победа нужна и все. Давайте. Хорошей игры вам всем. Команде «Экс» наш вверх! Парни, да. видно, как они готовы и как мы расслаблены. Давайте соберемся и начнем играть. Они сейчас будут бежать и рвать. Нам надо с этим всем справиться. Давай, поехали. Так, мы начали с Пети в нападении. То есть выдвинутый форвард, чтобы цепляться. Мощный. Опять два центральных защитника. Это наша новая схема, которая позволяет улучшить чувствовать себя крайним игрокам. И особенно Вадика Смычугова, который наш один из главных забивал. Надо никак не удалось найти ему комфортную позицию. Вот в этой схеме пока все происходит очень логично. Вот, нормально. Хороший удар, не очень сильный, издали. Заходи! Заходи! Отблокировали удар Коти. По тобой что? По тобой! Да, Макс! Да, заходи! Заходи! Еще можно было, Макс! Хорошо! Так, Куличка смог принять мяч, нормально. Хотя борьбу и навязал. Хорош! До конца! Вот, уже и наш мяч. Нет, ненадолго. Серый, протыкай просто Кулику. Серега, молодец. Вот, хорошо, на Кулика. Отлично, заходи. Давай, Кул, режь угол. Или смотри, с головой поднятой. Да. Мадос, давай. Опять блокировали. Давай. Середину, Кока, середину. Так. Отлично. Вот, Петя. Ну, опять поворотики включать стал. Забирай. Куда ты бросаешь зону-то? Погоди, блядь. Ну хорошо, но среагируй уже быстрее, ты дальше пробежал по инерции. Вот, крутим. Надо бы что-то найти. Искать свободного, быстрее доводи. Вот, хорошо. Пей, давай, пей. Мы готовим атаку для тебя. Так, наш мяч, нормально. Лево. Ой-ой-ой, это могло быть опасно. Преимущество вполне оформилось. Так. Ну вот, если в этом отрезке как-то ни одного удара не нанесем поворота, так что хотя бы вратарь спас, а не кто-то подставился и блокировал. Это будет обидно. Ой, здорово. Уже и вратарь держал, и помешал он Коте лежа все равно. Ну что ты будешь делать? Так, Макс, опять будешь бить, но... Слушай, а можешь пока замен тогда? Вадик и Петя! Кол! Кол! Справа. Куйк перешел направо, Сушила играет слева. И Кока перешел в атаку, Струн под ним. Так, в атаке Атлетико наши успели вернуться. Вечер, воскресенье, какое-то ленивое ощущение. Неправильно это все, неправильно. Без нервов совсем. До конца! Играет по завету Валерия Георгиевича Газаева, как академик с тросточками. Страсть нужна, страсть. Угловой у наших ворот. Так, выходим. Ой, нам забили. Пашка не видел момент удара. Вот так вот. Вот мы и горим. Тут слабых-то нет команд. Совсем попотеть надо. Саша, у нас замена, Макс. Стас пошел в атаку играть. Ну, по идее, сейчас у нас должен быть опять такой-то отрезок, когда мы прижмем. Так, получится событие. Атлетика забила, наверное, от обороны готов поиграть немножечко. Вот, хорошо. Обводящий удар Сушила. Вратарь привел на угловой. Так, подадим. Ой, какой крик вратаря. Боже мой. Здорово. У них ошибка, у нас атака. Уцепили за ноги, что ж поделать. Жек, может, пробьешь? Хватухта у него тает. Стенку. Хава играл, можно чуть типа тогда ниже опускаться. Здесь за мячом типа. Так. Еще покрутим. Вот там могли сейчас второй забить. Жек, не суетись. Спокойно, все. Вообще-то говоря, у нас такой атаки вот с выведением на чистый удар не было пока еще. Так. Не дай пробить. Вот, Пашка забрал нормально. Хорошо, выловил намертво. Он после своего отпуска никак не наберет форму. В принципе, первый тайм доигрываем уже. Как-то вот так вот все, не слава богу. Все, Паш, пауза! Еще люди! Нет! Парни, ебать, блядь, чему вы замнили? Просто пиздец, блядь, какой-то. Как-то вяленько, пацаны. Может, я что-нибудь понимаю? Так, когда мы переходим, они уже низко сидят. У нас получается то, что мы все здесь. Пошла передача, у нас их 5 человек, у нас 1-2. Нам надо быстрее туда уже заполнять здесь. И если даже они где-то отобрали, вытолили, мы сразу же могли забрать мяч. У нас
половину моментов как раз родилось, когда мы или прессинговали, или они ошиблись и так далее. Первый момент, парни, хотелось бы от нападения, блядь, побольше зацепов. Мы дышим почти без мяча, блядь. Начали создавать только где-то ко второй половине тайма. Очень мало народу у нас впереди. И слишком много здесь, при том, что очень медленно мы перекатываем мяч. Очень медленно. Нам надо, чтобы у нас там было преимущество, или как минимум равенство. Но преимущество за счет скорости тогда. Пока у нас ни численного преимущества там нет, ни преимущества скорости нет. Как мы хотим забить? Подстраховка должна работать. Они сейчас будут много один в один обыгрывать. У них не получается создавать, сейчас будут лезть. Пытаться один в один создать. Бля. Поплотнее, да. И вот здесь стойте узко. Своего можно чуть-чуть вот так держать. Вот тут держать, отпускать. Вот здесь всегда с подстраховкой в центре, понятно, да? Я из этой зоны специально не ухожу, я здесь как бы разыгрываю. Да, да, да. Ищите коридоры, когда у вас нет мяча. Макс, у тебя где-то передача по одно касание надо. Чтобы дали передачу, у тебя есть коридор, все, отдаем. Не в два, не в три, где-то в одно надо быстрее пользоваться моментом. Решились, да. Парни, давайте, они чуть-чуть бодрее ногами, блядь, но в целом по плану на игру пока все работает. Ну что, посмотрим. По идее, конечно, в чем прибавить, найти несложно. Максимально атакующий состав. Кока играет в защите вместе с Серегой, но это для того, чтобы начинать атаки, очевидно. Кока сегодня хорошо борется, но должно получиться. Вот, касание хорошо. Хорошо, Кока, хорошо. Низом отлично. Простелился прямо рядом со штангой. Ничего, сейчас забьем. Вот, справа, с трудом. Разбирайся с ним. Давай, раздергай. Играть! Прорвался. Ну и... И опять блокирую этот удар. Ну что ж ты будешь делать? Двоих скидал. Головой. Ну! Да! Давай, Серега, это и нужно! Прекрасная подача прямо в голову Сереге. Наконец-то, хорошо от земли и так далее. 1-1. И наше преимущество. Серый, ну чуть выше, еще Кока едет. Мася, приходи, Коки! Ай, Кулик, как бы это могло получиться, а? Как же здорово все сделал, не попал в ворота. Давай! Отлично! Хорош, Струн! Оу! Ну что, телезрители, как тебе вживую все смотрится? Отлично, невероятно. А? Ну ладно, тебе, что здесь невероятно? Идей надо еще сбивать. Преимущество, да, наше. Кстати, сам туда, да? Единственное, что хотелось бы реализации. Вот, золотые твои слова. Ой, разыграли, сами себя перехитрили. Далее! Ну! Отрезай быстрее! Вот, нам повезло сейчас немного. Вадя, не спать! Кулик, играть, Кулик! Макс, дальше! Надо сегодня обязательно выиграть. Тогда мы в следующей игре, в общем, можем решать, если побеждаем с Веспремом. А мы уже точно выйдем из группы, и последний матч не будет решающим. Это хорошо. Так, ну что, вот на Петю. На Петю довели. Эх, неплохо придумали. Неплохо. Надо забивать. Ребят, без преимущества играть некомфортно. Но к чему это нервотрепка? Так, мне все меньше и меньше нравится эта ничья. Одна шальная атака. Ну, вы знаете, я всегда это говорю. Давай же, бросай. Как сердце чую. Такая ковырялка залетела. Со всем уважением. Всем проиграли Атлетику. Теперь мы должны очки им давать. Пипец. Саша, замен пока уже. Серый, давай. Так, Жека Игарашев вышел. Вот. Вот с мясом. Хорошо, вырвал правильно. Вообще без защитников играем формально. Жека Игарашев и Кока в обороне. Давай, Стас. Ай, не замкнули. Надо все сначала начинать. Было же преимущество. Так, нормально, разыграли. Да, Струн справа. Хорошо. Еще крутанем. Вот, прям разыгрался парень, который получает что-то стало. Ну давай, клади. Да, вот так вот. Давай, мужики, еще. Минуты 4 еще играть. Хорошо, замена. Молодец, набегался. В сущности, 2 гола помог сделать. Ну и вот сейчас концовку нужно выдрать, конечно. Вот. Здорово, Жека! Главное сейчас не в сетку и контратаку не получить. Так, угловой, нормально. Стас, замен, уйди там. Пошел, Серега. И Серега на угловой вышел, правильно. Ай, Петя, не попал в ворота. Лап, давай, заходи. Так, кул. Заходи. Здорово. Ай, погладил перекладину, сушил он. Давай, Петя!
Ну что такое? Перед мячом, перед мячом! Стандарт всегда похабный. Кулик, ждать! Ближе! Хорошо! Замена! 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 Макс! Макс! 4 минуты. А? Хорош, пока! Подбор! Хорош, гад! Да, двигай! Ждать! Право есть! Ну давай, медведь, давай, Петька! Последняя минута! Ты ж... Блядь! Сука! Давай, давай, серый, конечно. Тихо, тихо, тихо. Ну вот оно, вот это точно оно. Да. Ай, не долетел мяч. Еще разочек. Круг, принимай. Угловой. Давайте, ребят, зовем на последний. Это лучше всего на свете. Это самый кайф. Это пизда. Выбирай, 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 дом есть. Нормально, еще полшага. Ай, ядрихин штихин, ничья. Надо начинать сразу играть, а не когда там приперло и так далее. Видите, блин, ну какие-то микроэпизоды даже решает. Угловой, аут, все. А мы их недооцениваем. Мы не читаем розыгрыш. Никакого вообще не хочу ни там настроя, не настроить. Вообще это не должно быть. Должны выходить, играть солидно. Сразу же, сразу. Еще два тура. Давай, давай, решающие. Прямые. Поэтому все еще решается. В любом случае. Давай, 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 давай. Нормально, нормально, нормально. Все, спасибо вам. И вам. Приехали, откуда? Из Республики Коми. Да? По дворку той, да. А вы прям целенаправленно на матч? Да, да, да. Но мы еще на ЦСКА Спартак решили сходить. Тухлый 1-0 какой-то пенальти. Ну, это же тоже было тухло-тухло, а потом... Нет, здесь-то такой... Да нет. Спасибо. Спасибо еще раз. Сколько лет следим, да. И наконец-то... С самого начала? С 18-го года я смотрю. Ну, я за компанию просто смотрю. Так что, да. Мне это очень круто. Что, я тут тоже? Давай, конечно. Сразу смотрю.